Хазал Кая возвращается на экраны в новом фильме. Что думает ее партнер Анур Туна о разнице в росте между ними? Когда начнутся съемки и кто еще задействован в касте картины? Телекомпания «Медиапым» приступает к съемкам нового фильма «Что у меня получится» по роману известной писательницы Аслык Измаз. Главную роль в проекте исполнит Хазал Кая. Ее партнером стал Анур Туна. Также в касте Нурфита Галу, Селин Шикирджи, Энис Арикан, Джем Белеви и Ильчин Афаджан. В своем последнем интервью для издания «Хюриет» Анур Туна заявил, что с нетерпением ждет работы с Хазал. «Это очень красивая написанная работа по книге Аслык Измаз. Играть вместе с Хазал очень ценно. Приятно играть с человеком, в актерское мастерство которого вы верите. Появляется очень сильная энергия». Разумеется, журналист не преминул спросить про большую разницу в росте между партнерами, на что Анур ответил философски. «В сериале «Запретный плод» я играл с Севдой Эшгенджи. И у нас тоже была значительная разница в росте. Однако зрители поверили в нашу пару. Главное – это отдавать себя роли, трудиться, пока не получим наилучший результат. А все остальное – это чисто технические детали, о которых позаботятся профессионалы. Когда мы объединим нашу энергию с Хазал, я думаю, люди нам поверят». Из-за эпидемии коронавируса кинотеатры Турции сильно пострадали. Однако сети кинотеатров надеются, что новые кинофильмы, которые готовятся прямо сейчас, помогут им вернуть зрителей. На фильм «Что у меня получится» возлагаются особые надежды. Оправдаются ли они, покажет время. Съемки фильма начнутся на следующей неделе. Предварительная дата релиза картины в турецких кинотеатрах – 29 октября. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.